Сегодня 25 апреля, и я купаюсь. Не знаю, как у вас там погода, но у нас можно купаться. И 31 декабря тоже можно купаться. Не обязательно в апреле. Можно в любое время купаться. И это классно. Вот прикиньте, вот такие захотели посреди зимы пойти купаться, и взяли, и пошли, и все. И, кстати, вот там было песка меньше, сейчас стало песка больше. И вода мне всего лишь по сиську. Бля. Главное не утопить камеру, а остальное все херня. Если вам видно, этот район называется Fort Lauderdale. Это как бы практически даунтаун Fort Lauderdale. Здесь очень много отелей находится. Практически все, которые люди здесь находятся, они все приезжие. Водичка прям замечательная. Ни холодная, ни горячая, ни на сале еще никто. Замечательно. Надеюсь, вы наслаждаетесь моментом так же самым, как и я. Надо купить чехол для камеры, и можно будет под водой плавать и снимать. Валентина Боровик, и я еду без рук. Это главное, что вам нужно знать. Но еще что нужно знать? Нужно подписаться на канал, поставить лайк и продолжить смотреть этот видос. Так же, как я продолжаю ехать без рук. Машина сзади, я слышу. Наконец-то замечательная погода, когда ни холодно, ни жарко, можно покататься на великах и не вспотеть. И мы поехали с Дианой по району посмотреть дома, посмотреть места, которые мы еще не видели. Смотрите, манго растет. Я почти съехал с дороги. Вернем нашу подписоту очень быстро. Не нужно будет долго ждать, чтобы канал набрал аудиторию. Поэтому, если ты еще не подписался, пожалуйста, подпишись. И я буду рассказывать много чего интересного. В этот раз у нас не будет на канале травы. К сожалению, к счастью, кому как. Но травы больше не будет, поэтому, девушки, пора и вам подписываться. Время и вам подписываться на мой канал, потому что меньше мутюков, меньше марихуаны, что вам еще нужно? И on top of that, знаю, как сказать на русском, я сделал еще один канал на английском про машину, в которой в данный момент я еду. И видео будет на английском,
Я хочу попробовать новый проект сделать. Надеюсь, вам понравится. Если вы хотите выучить английский, либо вам просто нравится видео про тачки, то советую вам подписаться. Ссылку оставлю внизу в описании. И надеюсь, вы меня поддержите, и будет все круто. Проект будет называться «Как за 600 баксов купить комара». Я думаю, вам понравится. Те, кто понимает английский, вам будет прикольно наблюдать за этим, так как я своим ломаным английским пытаюсь сделать английский канал. Я думаю, получится что-то смешное, прикольное и что-то нечто оригинальное. Я, по крайней мере, надеюсь на это. И в данный момент я еду за краской, потому что это машина piece of shit. Здесь зато можно курить, ходить по ней, прыгать, я не знаю, делайте что хотите. Можно врезаться в ней и не страшно потерять ее, потому что машина, которая только должна тебя отвозить с точки А до точки Б, и все. Здесь нету никакого спорта, хотя тут 2,4 литра, но за всей информацией, я не хочу все раскрывать, за всей информацией по ссылке в описании переходите, если там еще видос не вышел, то он обязательно выйдет. И я его уже монтирую, а это уже хорошо. Вы меня спросите, а как насчет этого канала? Мы хотим смотреть на русском. Все будет, пацаны, все будет на русском. Будет больше про Америку. Про траву уже нечего будет снимать, поэтому будет Америка. И какие-то плюсы, минусы, различия. И все, что вам будет интересно, я буду снимать. Теперь придется мне, потому что мы потеряли нашу аудиторию в 16 тысяч. И с одной стороны обидно, но с другой стороны я рад, что я могу начать что-то новое, потому что мне не самому всегда нравилось постоянно курить, потому что я очень много стал курить из-за видео. И мне это не очень устраивало. И теперь YouTube удалил мой канал и... Ну, блин, я уже ничего не сделаю. Обидно, что было снято практически 100 видео, было потрачено более 1000 часов на монтирование, более 1000 часов на съемку этих видео. Было очень много потрачено денег, несмотря на то, что, в принципе, там не на что было тратить, но все равно выходило так, что канал мне обошелся больше, чем в 1000 долларов, наверное. При этом доход только начал капать, и YouTube такой, да пошел ты со своим каналом про марихуану, не будет больше наркотиков. Я такой, ну и хрен с тобой, что можно еще сказать. Поэтому, пацаны, все будет и на этом канале, и на другом канале. Кто английский знает, подписывайтесь на второй канал. Поэтому всем спасибо, простите, что видео короткое, в дальнейшем я буду снимать более длинные видео, и будет все очень круто. Всех люблю, всем пока. Только брендовые вещи, шкере, рядом топовые тачки, шкере, твоя сука у меня в постели, шкере, живу без ограничений.